Приветствую, друзья. Прекрасный у нас произошел бесплатный ликбез. Всем сердечно благодарен участникам. Еще раз хочу повторить, вебинар у нас будет в следующий четверг, через неделю. Он будет стоить 15 тысяч, но для тех, у кого нет денег, никаких проблем нету совершенно, потому что бесплатные ликбезы у нас продолжаются. И там в зуме, пожалуйста, задавайте вопросы волнующие, получаете развернутые ответы. Как мы вчера это сделали, все были довольны. Но так мы это делаем давно, и все эти бесплатные ликбезы висят у нас на YouTube-канале, в плейлисте. Кому нужно получить какой-то ответ на волнующий вопрос, туда зайдите, откройте. Они по 2,5, по 3 часа, и там найдете ответ на вопрос, который вас волнует. Какие могут быть проблемы? Пожалуйста. А эти вебинары нужны для развития школы, потому что там участвуют добровольные помощники. И они, конечно, должны получать какое-то финансирование, потому что никто нам за это не платит. Вот так, друзья. Мы занимаемся саморазвитием. Это очень важно. А что мы будем говорить, например, на вебинаре? Это для тех, кто хочет не только спастись в этой сложной ситуации, в неопределенности, найти точки опоры, а и развиваться. Вебинары для развития. Это для того, чтобы вы могли энергию самого большого потенциала, энергию страха использовать в собственных интересах для определения, кто вы, чего вы хотите, как этого лучше достичь, чтобы быть здоровым, счастливым, да, налаживать отношения с людьми, расширять круг общения. Там много чего, но то же самое вы и бесплатно можете получить. Все зависит от вас. Да, друзья, мы всегда это делали и делаем. И сейчас у нас, пожалуйста, приглашение мое, формат коллективного разума насчет этой картины. Я ее пишу уже несколько лет, я ее уже завершаю по вашим советам. И вот сейчас, может быть, уже завершим «Звездная ночь» и песня, и столик, да, и вот это самое космос вокруг и внутри нас, и чашечки, и салфеточки на столе, и все это в единстве, как и у нас на нашем логотипе. Звезды над нами и космос внутри нас, и, как говорил Лев Николаевич Толстой, совесть внутри нас. Наша школа «Человек будущего», «Homo Futurus» вас приветствует. Смотрите наши ролики, записывайтесь и на Телеграм. На Телеграм записывайтесь. Потому что сейчас там будет еще интереснее, естественно, на Ютубе. Почему мы так делаем? Ну, Ютуб сейчас там колышется, вы все знаете. Поэтому на Телеграм записывайтесь, кто может, чтобы не пропустить следующие ролики, очень интересные. До встречи.